Re, viss ēters ir te. Очередной обвал или хищение. Элементы гранитной стены на набережной возле Каменного моста бесследно исчезли. Пользователи социальных сетей предположили худшее. Куда делись элементы? И когда, наконец, Рижская дума обустроит тот променад, о котором говорили еще 4 года назад? Разбиралась Галина Солодовник. Согласно информации, размещенной на портале Рига ЛВ, променад на улице Мукусвелс уже должен был быть готов в этом году. Однако мы видим, что работы еще и не начинались. Более того, набережная возле Каменного моста выглядит по-настоящему плачевно. Фотографии этого самого места недавно появились в сети Facebook. Прохожие предположили, что куски набережной и перила обвалились и упали в воду. Но в департаменте сообщения успокоили. Фрагменты стены просто демонтировали. Как раз, чтобы обвала не произошло. Мы летом установили барьеры, принимая во внимание то, что вода подмывает исторический парапет. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, мы демонтировали 3 участка перил. Соблюдая принципы хорошего управления, мы не ведем работы по реконструкции или ремонту, потому что Департамент развития Рижской думы планирует в следующем году начать масштабное строительство променада на Мукусвелс. Напомним, новый променад должен был появиться на участке набережной Мукусвелс длиной около 2 километров между Островным и Каменным мостами уже в этом году. Такая информация была на официальном портале Рижского самоуправления. Почему променада до сих пор нет, выясняем в Департаменте городского развития. Сейчас происходит разработка проекта, и так было запланировано, и это будет сделано до конца 2019 года. В той статье на портале Рига ЛВ была неточная информация. Оказалось, что в статье также неверно указаны автор проекта, визуализация и сумма. На самом деле променад на Мукусвелс будет выглядеть так. Автор эскиза – BM Projects. Стоимость проекта – почти 391 тысяча евро. Само строительство обойдется городу в 12 миллионов 200 тысяч евро. Но когда оно начнется – неизвестно. Финансирование для реализации этого проекта не выделено. Мы включили свою идею и пожелания в инвестиционный план. И тогда увидим, в какой момент будет возможность получить это финансирование. Однако это также означает, что недостающие элементы стены и перил пока не вернутся на свое место. Когда это произойдет, неизвестно. Галина Солодовник, Риша Неслоэтис, Латвийское телевидение.